19 января Православная Церковь отмечает один из своих главных праздников – Крещение и Богоявление Господня. По сложившейся испокон веков традиции, тысячи рязанцев, минувшей ночью, окунулись в освященные Иордане, чтобы очиститься от мирской суеты. Ведь по поверью, в эту ночь вода обретает особые свойства и помогает избавиться от болезней физических и духовных. Приобщиться к древней традиции попробовала и я. Наша съемочная группа в эту ночь работала на Ореховом озере. Надо сказать, решение искупаться в проруби далось мне непросто. Однако уже при первом соприкосновении с водой, когда перехватило дух, я поняла, что эти неповторимые ощущения точно захочу получить еще. Согласно христианской традиции, Господь совершил крещение, чтобы очистить человечество от грехов. Поэтому погружение имеет смысл, когда оно совершается с верой. Это не просто оздоровительная процедура, это особый ритуал. Такой момент, в такую вот чудесную рождественскую ночь, мне кажется, каждого человека охватывает такое чувство вот восторга и подъем такого вот. Даже которые люди и не близки к вере, они все равно вот тут... Промысел Божий нам, как говорится, непонятен, но нас он посещает, даже вот кто вот был и далек от религии. Евгении Семеновне, кстати, 71 год, и она сегодня окунулась впервые, как и я. Но у многих пришедших рязанцев крещенские купания – это хорошая ежегодная традиция. Мы уже на протяжении 3 лет купаемся на Орешке. До этого купались в Солочи. Но здесь более цивилизованно, здесь все организовано. Здесь МЧС, скорая, вот баня на колесах, пожалуйста. Вот уже 2 раза зашел, сейчас собираюсь 3-й раз зайти. Вода теплая, отличная организация, все класс. Давно практикуете? Не, недавно. Наверное, 3 года. Но все равно еще к этому не привыкнешь. Все время настраиваешься. Заходишь 3 раза и потом... Могу передать ощущение. Добраться до озера в эту ночь было несложно. От площади Свободы до лесопарка ходили бесплатные троллейбусы. Безопасность людей во время крещенских купаний обеспечивали сотрудники МЧС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделения пожарной охраны, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. На берегу установили палатки для переодевания. Все желающие могли бесплатно выпить горячего чаю. По информации пресс-службы УМВД России по Рязанской области, в общей сложности в богослужениях и омовениях, в прорубях и на святых источниках приняли участие более 70 тысяч рязанцев. Нарушений порядка, а также происшествий на водоемах в крещенскую ночь не зарегистрировано.